Криштиану, Серхио Рамос и Озил у мяча. Но все-таки, наверное, Озил. Все-таки, наверное, Озил. Озил бьет! Блестяще! Фантастика! Месут, болельщики Реала любят тебя! Голище! Голасо, как говорят в Испании! Друзья, порядок порядком, а класс никто не отменял. Месут Озил делает дубль. Этот гол для международной панорамы фантастический. Удар обводящий. Да будь в воротах, я не знаю, там Джан-Луиджи Буффон, Игорь Акинфеев или кто-то другой. Никто бы и никогда бы не потащил этот мяч. Реал выходит вперед. 3-2.